Вчера мы делали... Сегодня пятница. Вчера мы делали тирамису. Вот она, колбаса. Такая, вот такую колбасу. Сделали два вида. Тут один мой эксперимент, другой этот. Оп. Да, сосисоны. И даже здесь сосисон. А что фу? Волосы. Волосы? Это нормально. Мы не в Монголии. Тирамису с сосиском. Бери себе мужское. Лучше мужское начало. Инь. Это лучше, чем пьянь. Пойдем. Знаешь, что похоже? На что? На сосиски. На сосиски, правильно. Очень сложно в лифте зажиматься, когда два человека. Почти невозможно. Но когда держишь тирамису, нет возможности лифтовой борьбы. Блин, жалко. Да, жалко. Как мы это занимались. Как божественный вынос. Мы нам так одиноко. У нас нет друзей и одиночество нам не претит. Давайте тарелочки. Приятного. Не-не-не, я не... Сколько у нас есть? 15, по-моему. Ну давай 16-15. То есть половина. Торопись. Давай. А такая что тут? А, во-первых, его надо вынуть, наверное, из этой перемотения, да? Так правильно, чтобы перевернуть, надо его снять. Чтобы перевернуть. Я бы не делал это, поэтому ты не знаешь технологии сложнее. Да. Я тебя и учу, для этого я и есть, чтобы научить тебя. Почему ты не умеешь управляться с едой в такой возрасте? Потому что пока еще не в таком возрасте. Ну да, ты не в таком, как я в возрасте. Правильно, ты молода. Ты умеешь управляться и... А я умею не только с едой. С розочкой управляться? С розочкой. С розочкой, с этой розой. Все, Коля, сосредоточься. Сосредоточься на розочке. Так, давай. Вначале первый этап. Так, подожди, стой, давай вот так. А, можем. О, видишь, Алина знает лучше тебя. Алина проявила. Ой, тихо, смотри, что сейчас. Чего ты тут же? Чего? Вот, блин! На покое. Да я в белом расстроена. Я хочу попасть. Так, это что? Это... Просто ушел. Ушел кофе. Кофе вышло какое-то количество. Там тебе не надо. Зачем? О, боже. Господи, какие у вас эти крики, шумы, гаммы. Откуда у вас столько вообще в этих мозгах? Молодые мозги, IT-сферы и столько криков. Посмотри, как получается. Идеально. Ну так что? Ну, а что вы драматизируете? Что вы не видели? Элементо. Элементо. Смотри, как сделал. Благодаря моим технологиям, посмотри, как отжался. Давай лучше благодаря твоим технологиям посмотрим теперь твой вариант. А мой вариант? Нет, будущее, это мой вариант. Он так не вывалится. Давай его на любую тарелку, но он так и останется. Ах, промазался. А, ладно, на пол упал. Уровень, надо было и здесь. Так, ну давай этот разрезаем. На 16 частей, да? 16. Раз. Пудин! Так. Это сколько? Игнат, давай считай. 8. Очень сложно, сосредоточься. Так это 8? Ну вот, Игнат, это 8? Сейчас 8. 8. И еще каждую пополам. Это сколько будет? 16. 16? Ну, конечно. Игнат, ты молодец. Ты можешь. Очень сложно. Вот так для чего мы тебя брали, понимаешь? Я как чувствовала. Так, давайте быстрее, сейчас уже. Вот это, черпаком. Вы снизу не помешаете. Женщина удобнее. Какой? Первый или второй? Вот это будет, да, второй химический делай. Это не надо. Здесь лучше знать, что надо говорить. Чашу. Это тут прямо с микрофона, а тут чуть-чуть. А кто-нибудь уже попробовал? Вот это тут. Давай, Игнат. Кому мы сделали? Игнат. Попробуй попкорн. Давай туда. Я доположу и свой, не проблем. Да. Алина, Игнату положи тоже. Коля, можно мне тревогу в рот? Давай. А его, конечно, вот это маскарпоне, а у Коли с мороженой. Не сильно отличается. Да? Не сильно отличается? А ты пробовала уже оба? О, да, один и второй. Да. Ну давай сюда. Да поменьше, Коля, маленький. Давай уже сюда, на двоих его. Давай. Так отдели у нее и все. Нет. Ты не можешь так? Да. Такая высокая, не можешь отжать своей подружки, которая ниже тебя по росту. Как ты не отжимаешь? Женщины ж такие. Не все.
Все? Неплохо, неплохо, Коля, ты молодец. Видишь, второй лучше. Ну не лучше, но во всяком случае он два раза дешевле. Ну давай тарелку, что ты пришла. А ты сюда, если мне это вот всего? И да, если мне это вот всё. Какой внешний? Давай. Что тебе не нравится, я не понимаю. Тирамису — это нежнейший десерт родом из Италии. Покажем, как его готовить, если не знали вы. Весь мир узнал про эту суперсладость за счет того, что повар из Вероны подарил своей жене такую радость. Десерт, рожденный на почве нереальных чувств любимой даме. Что может быть прекрасней? Он овладевает вами. Понравится и бабушке, и сестре, и маме. Перед нами распахнули свои просторы продукты. Это яйца, сахар, кофе, маскарпоне, а не фрукты. Здесь еще коньяк, нам без него никак. Печеньки савоярди, все будет ништяк. Приступаем, давайте заварим кофе крепкий. Немного конины туда выливай, детка. Лей-лей-лей, хоп-хей, ла-ла-лей. Давайте приготовим кремчик поскорей. И это будет крем из маскарпоне. Самый нежный сырный крем любого сезона. Из молока в любви. А что правда? Из припения бедных птиц. С улыбкой из Италии. От черных лиц нам нужны холодные яички. Холодные яички. Курочки, птички, курочки, птички. Добавляем желтки и добавляем сахара. Или сахарной пудры, не надо сыпать дахи. Сбить белки, масса должна быть пышной. Делай это так же, как мы, не намудрили лишнего. Ты понимаешь, да, что масса должна быть такой, что если взять ее на ложке, перевернуть над головой, она должна не вылиться, должна остаться с тобой. Если ты киса, если дама, женщина, пусть даже тёлка, тирамису попадет тебе в рот. Гламурная чика, прикольная чувиха, помни, на вкус он даже сладче, чем любовь. Если ты киса, если дама, женщина, пусть даже тёлка, тирамису попадет тебе. Ну что, пойду доем остатки сладкие. Илюха, мой вымышленный друг, тоже со мной. Надо угостить Илью. Мы с ним часто общаемся. Сейчас угощу Илью и пойду дальше. Чика, прикольная чубиха, помни, на вкус он даже сладче, чем любовь. Лучшие мысли. Так, Коль, Дима доволен. Дима ел гречку, поэтому я не знаю, я не записал его комменты. Но он серьезно, он молодец, он регулировал качество кофе. Андрей, тебе замечание, ты бы нам такое кофе бахнул, что все бы не смогли есть, очень горькое было. Да, да, Дима убирал горечь из него, напополам делил, потом еще добавляли воду, и это, иначе было бы горько. Коля, вкуснее. Согласен. Там просто творог есть. Это за что сладче? Что ты сделал для творога, Коля? Не, у меня слаще. Потому что, ну, в принципе, все это похоже на обычный творожный торт. Все это. Как это слишком сладкое. Не может быть. Так как твоя жизнь. Я до сих пор не понимаю, что это значит. То, что твоя жизнь. Какая? Не, он говорит, нет. Так как еще раз, Дима, я даже не могу повторить. Я тоже не могу это слышать. Дима, возьми добавки еще. Слишком сладко, не так как твоя жизнь. Нет. Дима, добавки возьмите еще, кто хочет. Кого? Вот этой штуки? Да, вот этот кусочек. Спасибо. Андрей, возьми еще. Добавки. Давай, теперь самое приятное. Будем ждать наступления сальмонеллы. Яйца-то не варены. Их же никто не делает. Мы же не знаем. Ну конечно. Все сырые, только яйца. И белок, и желток. Как от сальмонеллы избежать? Это же блюдо стрёмное. Мы же не делаем. Вот это партисон. Когда после недели бутылку вырубил пол офиса, сведя пол офиса на поход. Поход? Сейчас. Ничего, правда, есть выжившие. Погода плохая. А Коля, ты хочешь идти? Выпьемши. А будет там? Спасибо, Коля, очень вкусно. Не за что. Не за что. Сейчас злюден, да. Вот сейчас. Да, Оля еще не знает, что такое говорит. Давай, давай. Даша, на сколько запекаем? Запечатайте. А? Тихо. Я не понимаю, что Даша смеется. Глупая какая. Я тоже не понимаю, Коля. Я видел, да. Не все женщины одинаково полезны. Ой, не могу. Что, получается, запекаются сливки. Можно еще чуть-чуть. Да, запекается корочка. Ничего себе. Тихо, продолжаем. Что ты знаешь? Я блед получил. Смеялась надо мной. В смысле, я же предложила запечь. Ты предложила, как шутку предложила. Украли. А все и сделали. Тише, давай. Смотри, как запекается. Покажи. Оно какое-то не очень симпатичное. Ой, и пахнет невкусно. Даша, ешь. Нет, давай еще доделаем, посмотрим, чем закончится. Надо, ну, нужно
Лучшие эксперименты пошли на человеческой психике. Это я люблю. Запекаем тирамису. Запекаем тирамису в микроволновке. Ну, типа яичница получается. Сколько там яиц вообще было? По вкусу? Горячая. По вкусу горячая. Как будто бы яйцо появилось. Мне кажется, вкус яйца чувствуется. Ну, по, ну, как бы по консистенции скорее, как омлет. Как омлет. Да. Как омлет. Но немножко сладенький омлет, доедим. А знаешь, какого температура и куда? Появляется вкус яйца, яичницы. Какого? А что, какие-то варианты? Наклюнулись варианты в женской психике. Даша заболелась. Ой, позорница. Тирамису попадет тебе в рот. Гламурная чика, прикольная чубиха. Помни, на вкус он даже сладче, чем лед.